Доброе утро. Мы рады всех приветствовать на онлайн-площадке пресс-центра информационного агентства России ТАСС. Как всегда, раньше это говорилось только на телевидении, сейчас это говорится повсюду. Мы работаем в прямом эфире. Наша пресс-конференция сегодня посвящена старту всероссийского конкурса на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма в России. Очень серьезный вызов, и этот конкурс должен способствовать как раз запустить эту систему развития экотуризма, или если то, что запущено, можно так сказать, продвинуть и придать ускорение. С удовольствием представляю участников сегодняшней пресс-конференции. Специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии, транспорта, председатель конкурсной комиссии Сергей Иванов. Сергей Борисович, здравствуйте. Добрый день. Рада вас приветствовать. На связи с нами руководитель Федерального агентства по туризму Российской Федерации Зарина Дагузова. Зарина Валерьевна, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Рада вас видеть. С удовольствием представляю генерального директора агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светлану Чупшеву. Светлана Витальевна, здравствуйте, рада вас видеть. Добрый день. И также вместе с нами Ольга Захарова, заместитель генерального директора ОСИ. Ольга Викторовна, доброе утро, здравствуйте. Доброе утро. Еще нужно сказать, что министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Николаевич Кобылкин должен был быть сегодня с нами, но неотложные дела увели его аж в Норильск. Мы понимаем важность его поездки, но он записал видеообращение, которое мы покажем чуть позже. А сейчас я с удовольствием предоставляю слово Сергею Борисовичу Иванову. Сергей Борисович, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Ну, прежде всего, хотел бы сказать, что когда Светлана Витальевна Чупшина обратилась ко мне с просьбой возглавить конкурсную комиссию по определению лучших экологических мест для туризма в России, я не, без всяких колебаний, она не даст соврать, с этим согласился, потому что считаю эту тему действительно стратегической. И сейчас постараюсь объяснить, почему. Во-первых, идея такого конкурса со стороны ОСИ родилась до коронавируса. Хочу это подчеркнуть особо. И мы стартуем с конкурсом, результаты которого будут объявлены только в октябре этого года. То есть это не краткосрочный какой-то, не какая-то краткосрочная попытка по мановению волшебной палочки сильно развить экотуризм в России. Это долгосрочный проект. И потребуются годы для того, чтобы наш внутренний туризм расцвел, так сказать, новыми красками. Конечно, пандемия коронавируса подстегнула или сделала еще более актуальным развитие внутреннего туризма вообще и экологического туризма в частности. Сразу хочу сказать, что я лично считаю, что и внутренний туризм, и экологический туризм в России развиты крайне слабо. И ниже я скажу, почему я так думаю. Потенциал огромный. Мне так в жизни повезло, что я примерно в 60-70 государствах мира был. В некоторых подолго жил и работал, некоторые там посещал буквально несколько часов, но такие основные, что ли, красивые места в мире я видел. Там Ниагарский водопад, Йеллоустоунский национальный парк, знаменитый парк Крюгера в Южной Африке, ряд других. И в то же время я посетил все субъекты Российской Федерации, большинство из них по много раз. И вот я могу сравнивать. Я видел и то, и другое. В России потрясающе красивые есть места. И совершенно большинство россиян там не было. Вот это обидно. Но вот если брать нашу страну с запада на восток, Калининград, Балтийское побережье прекрасное, Курская коса, Карелия, Кижи, Валаам, район Сортавалы, красотища. Центральная Россия,
Кавказ, я имею в виду не Черноморское побережье Кавказа. Конечно, пляжный отдых в Крыму и на Черноморском побережье Кавказа всегда был и останется самым массовым. Но есть и ряд других мест с чистейшим воздухом, чистейшей водой, природой. Урал. Про Сибирь вообще говорить трудно, но если так с севера на юг Сибири, то от плато Путорана на Таймыре до Хакасии на юге, ну, там все можно смотреть. Якутия. Если кто-то любит рыбалку, лучших мест в мире на чистейшую северную рыбу вы не найдете. Ну, а Приморье, Дальний Восток, тут вообще говорить нечего. Одна Камчатка чего стоит. Байкал я еще, ну, про Байкал я, может быть, ниже скажу отдельно. Там очень много проблем с Байкалом. Курильские острова, Приморье. Ну, все не перечесть, понимаете? Но есть огромная проблема. Для того, чтобы туда поехали люди, нужна инфраструктура. Что значит инфраструктура? Это маленький аэропорт, не Шереметьево, а маленький аэропорт с грунтовой полосой рядом с национальным парком или особо охраняемой природной территорией, куда садятся самолеты, ну, максимум на 20 мест. Нужны гостиницы, но гостиницы не высотки бетонные, а маленькие домики, приспособленные к местной природе и расположенные либо на границе с национальным парком или особо охраняемой природной территорией, либо вблизи нее. Вот все это надо делать. И делать это должен в основном малый и средний бизнес. Настоящий малый и средний бизнес. А не такой, вернусь к Байкалу, который в южной части озера построил огромное количество гостиниц, клетушек, без всяких очистных сооружений. И все отходы жизнедеятельности льются в Байкал. А малому бизнесу все равно, ему главное получить доход быстрый. Вот этого допускать нельзя. Ну и последнее. О бизнесе. У нас, с одной стороны, общая территория всех особо охраняемых природных территорий нацпарков первая в мире. 13,9% территории Российской Федерации. Вы вдумайтесь, какая это площадь? Огромная. Почти 14% территории страны – это особо охраняемые природные территории. Но в них было, по последним подсчетам, всего 12% граждан Российской Федерации. В мире вот нацпарки, которые я там в США, в ЮАР, в Кении упоминал, в них десятки миллионов туристов в год бывает. А вообще мировая отрасль экологического туризма – 1 миллиард долларов дохода в день по всему миру. Вдумайтесь, какие это цифры. И если мы будем развивать свой экологический внутренний туризм, у нас и экономика задвигается, и возможности для отдыха людей резко увеличатся. Не надо будет гадать, пустят тебя за границу в такую или иную страну или нет, полетят или не полетят туда самолеты, это дело, как говорится, вилами по воде писано. А вот то, что можно слетать, посмотреть природные богатства нашей страны, здесь никаких препятствий нет даже сейчас практически, даже сейчас. В будущем, я думаю, будет еще лучше. Здесь, конечно, тоже есть проблема слетать на Дальний Восток. Я помню, лет 10-15 назад я с удивлением, будучи вице-премьером, узнал во Владивостоке, что из этого города дешевле гораздо слетать в Австралию, чем в Москву. Гораздо дешевле. Но за это время правительство приняло ряд мер, и вы знаете, мы дотируем сейчас серьезно стоимость авиабилетов с Дальнего Востока и уже из Восточной Сибири на европейскую часть, здесь стало полегче. Вот, я думаю, и дальше будет такая, ну, как бы вам сказать, помощь государства
для развития, опять-таки, туризма вообще, а экологического в частности. Потому что, да если лететь летом на Дальний Восток, это 100% экологический туризм уже. Куда люди летят? В Приморье, на Камчатку. На Камчатке, кстати, начинают строительство, в том числе наши крупные частные компании, новые туристические центры с упором на экологию, на пешие прогулки, там, на вулканы, на рыбалку, на озера, на горные лыжи в том числе, потому что в этом смысле Камчатка уникальна, там можно почти круглый год на горных лыжах кататься, и в то же время серферы в океане с прекрасным ветром, я своими глазами видел, кто добирается туда, они счастливы. Ну вот я так, может быть, немножко увлекся, извините. Вот. Здесь сочетание, чем мне нравится инициатива ОСИ, здесь сочетание экологии и нормального, настоящего бизнеса. Настоящего бизнеса, который может принести доходы в основном малому и среднему бизнесу. Ну, может быть, и крупному. Здесь не важно какому. Важно, что это огромный, неиспользованный пока потенциал. Вот. И надеюсь, что и Ростуризм, и Министерство природы, и Министерство транспорта подключатся к этому наряду с частной инициативой. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Сергей Борисович. Да, и Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации поддержало данную инициативу. И вот сейчас нам бы хотелось предложить вашему вниманию как раз обращение министра Дмитрия Кобылкина. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, поздравляю вас с началом всероссийского конкурса пилотных территорий по развитию экологического туризма. Этому направлению посвящен целый федеральный проект в составе национального проекта «Экология». Наша страна занимает лидирующие позиции по абсолютной площади особо охраняемых природных территорий, которые являются объектами общенационального и мирового достояния. Потенциал природных территорий создает уникальные возможности по формированию внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации, способствует сохранению объектов культуры и истории, является драйвером устойчивого развития регионов. В настоящее время идет активный диалог органов власти и туроператорского сообщества. В числе первоочередных мер, направленных на дальнейшее развитие экотуризма, обеспечение транспортной доступности, создание объектов туристической инфраструктуры с вовлечением в процесс местного населения. Уверен, что конкурс сыграет огромную роль в наращивании и продвижении потенциала природных территорий и развитию экологического туризма в России. Зарина Валерьевна, дальше вам бы хотелось передать слово, потому что вот как раз ту картину, которую обрисовал так вкратце Сергей Борисович, понятно, что когда мы обладаем такими потрясающими природными ресурсами, о том, как развивать на этих территориях внутренний туризм, можно говорить долго и нужно говорить долго. Пожалуйста, вам слово. Как, на взгляд агентства, что необходимо российскому гражданину для того, чтобы действительно потрясающая природа наших особо охраняемых природных территорий привлекла как можно больше людей? Да, Сергей Борисович, коллеги, всем добрый день. Мне бы хотелось, на самом деле, в начале такое небольшое овервью того, что в мире происходит с экотуризмом, сделать, прежде чем переходить к России. Ну, Сергей Борисович уже сказал, что оборот мировой индустрии экологического туризма составлял до коронавируса 1 миллиард в собственно день. Уверена, что коронавирус и пандемия глобальная не повлияет на развитие экологического туризма. Уверена, что он по-прежнему будет также активно развиваться и будет востребован даже еще больше, чем до пандемии коронавируса. В целом, действительно, экологические виды туризма очень динамично развиваются, растут ежегодно где-то примерно на 25-30%. Аудитория туристов, которые отправляются в экологические путешествия, она с каждым годом молодеет. Если где-то лет 10 назад
поколение 18+, 20, 25 меньше путешествовало по экологическим территориям, то за последние 10 лет аудитория очень сильно помолодела, и сейчас огромное количество молодежи, совсем молодых ребят готовы ездить на природу и, собственно, даже предпочитают часто этот вид отдыха более массовым, популярным видом отдыха, как там пляжный туризм и иные виды. У нас мы значительно, надо тут быть достаточно откровенными, действительно отстали от мирового опыта, от мировой индустрии экологического туризма. Но вот если сравнить даже по посетителям национальных парков и заповедных территорий, то в США ежегодно ОПТ посещает 318 миллионов человек, у нас для сравнения 2 миллиона человек. 9 миллионов человек, я извиняюсь, а в Кении 2 миллиона. Но если сравнить наши территории, то совершенно очевидно достаточно большое отставание. При этом мы отстаем не только в количестве посетителей природных территорий, национальных парков, мы очень существенно отстали и в количестве денег, которые экономика может зарабатывать на экологическом туризме. Соединенные Штаты Америки, к примеру, зарабатывают ежегодно на экологическом туризме 20 миллиардов долларов США, а мы в тысячу раз меньше, порядка 20 миллионов долларов. Та же маленькая Кения зарабатывает 500 миллионов долларов на экологическом туризме, Австралия 3,5 миллиарда долларов. Понятно, что в данном случае сравнение, оно не в нашу пользу еще и потому, что это страны-лидеры в экотуризме, это страны, которые на протяжении десятилетий очень системно развивали экологический туризм, но вместе с тем считаю, что сравнивать себя надо с лучшими в том или ином процессе, вот, поэтому будем развивать и тоже делать системные шаги для того, чтобы развивать наш экологический туризм. Сергей Борисович упомянул, но я еще раз подчеркну, что мы действительно страна, которая занимает первое в мире место по площади особо охраняемых природных территорий, 13% она составляет, чуть больше даже. И мы просто обязаны быть одними из лучших в мире в части экологических природных путешествий. И будем делать для этого все возможное. Вот если смотреть на мировой опыт, то экономики стран не просто зарабатывают на экологическом туризме, на эти деньги, на доходы от налогов, от экологического туризма живут эти заповедники. Эти заповедники развиваются, становятся лучше, улучшается там обеспечивающая инфраструктура, сопутствующая инфраструктура. То есть доходы настолько велики, что позволяют развивать дальше эти заповедники, делать их лучше, комфортнее и удобнее для туристов. Но мы проблемы, на самом деле, много раз перечисляли, я еще раз их подчеркну. У нас мало доступных мест с качественной, комфортной инфраструктурой для туристов. Это первое. Второе, у нас проблема, которая мешала такому системному опережающему развитию экологического туризма, это большое количество законодательных барьеров. Мы сейчас формируем вместе с Министерством экологического развития и с Агентством стратегических инициатив блок законодательных инициатив, который позволит развивать экологический туризм системно, не нарушая экологию, а наоборот помогая экологическим территориям и внося вклад в их развитие. Мы планируем выступить с инициативой и внести в законодательство изменения, которые бы позволили выделить туристские территории, их можно назвать зоны рекреации, на прилегающих к особо охраняемым природным территориям нашей страны и сформулировать на этих выделенных туристских территориях или территориях зонах рекреации понятные, четкие правила игры для инвесторов. Для того, чтобы с одной стороны у нас не происходило то, что у нас
действительно, Сергей Борисович про это упомянул, произошло там на озере Байкал, а с другой стороны, эти территории могли бы быть комфортно доступны для наших граждан. И третья, наверное, такая системная тоже проблема – это отсутствие доступной информации, отсутствие оцифрованных данных относительно тех мест, которые доступны уже сейчас. Потому что вот даже сейчас сверяли как бы информацию с производителями глэмпингов. У нас в стране порядка 150 глэмпингов на различных и прилегающих к особо охраняемым природным территориям, и на других видах лесного фонда. Но при этом мы зачастую практически ничего про это не знаем, потому что нет удобного, оцифрованного, комфортного, по принципу единого окна доступа к этой информации, когда ты мог бы выбрать из многообразия этих там кемпингов и глэмпингов комфортные для себя вид отдыха. Мы сейчас, у нас идет достаточно большая модернизация национального туристического портала Russia Travel, который создавался под эгидой Ростуризма, и мы в рамках этой модернизации отдельный блок хотим посвятить как раз информации про возможности экологического отдыха в нашей стране и обязательно оцифруем все возможности, которые в нашей стране уже есть в части экологического туризма. И будем обязательно заниматься маркетингом, продвижением экологического туризма. Вот в том, что касается вот из тех мер поддержки, которые у нас впервые в этом году уже доступны, мы в самое ближайшее время объявим конкурс на предоставление, на поддержку предпринимательских инициатив. Готовы будем софинансировать до 70% стоимости строительства модульных отелей. Это некапитальные строения, в частности, глэмпинги, кемпинги, также обустройство экотроп, какой-то развлекательной инфраструктуры вокруг, обустройство информационных табличек. И тут очень важно, что один и тот же инвестор, один и тот же предприниматель сможет подать заявку как на расширение уже имеющегося глэмпинга, либо на создание нового, так и на обустройство территорий вокруг, чтобы людям было не только где комфортно спать и жить, а еще и было чем вокруг комфортно заняться. Это такая совсем новая мера поддержки. Мы уже проводили большое совещание со всеми производителями кемпингов и глэмпингов в нашей стране. В целом бизнес в курсе этой уже инициативы. Мы в самое ближайшее время доработаем правила предоставления этих грантов и совсем скоро объявим уже конкурс на эту меру поддержки. Она нам, и естественно, этой мерой поддержки мы готовы будем также поддержать все эти проекты, которые в рамках замечательного конкурса Агентства стратегических инициатив будут отобраны. Ну, касательно вот для нас, для всех очень актуальная тема – это этот летний сезон. Вот на самом деле главная, такая центральная, я бы сказала, задача Агентства по туризму – это дать возможность нашим гражданам комфортно, интересно и максимально доступно отдохнуть в нашей стране. Ну, Сергей Борисович сказал, что у нас отпуск за границей вилами по воде, вот, поэтому мы действительно сейчас чувствуем тройную ответственность перед нашими гражданами, поэтому вот эта мера нашей поддержки по предоставлению грантов предпринимателям на строительство кемпингов и глэмпингов, она в том числе рассчитана на то, чтобы за июль-август значительно расширить предложение в части возможности комфортного отдыха для наших граждан. И мы сейчас с регионами, с инвесторами, с бизнесом ведем эту работу для того, чтобы успеть уже этим летом создать, ну, мы для себя такую планку ставим, еще порядка 100, да, еще, возможно, порядка 100 таких модульных проектов, кемпингов, глэмпингов, стоянок для автомобилей. Ну, капитальное строение быстро не сделаешь, нам важно расширить предложение на нашем российском рынке. Ну и в завершение я скажу, что понятно, что мы все любим
Всем нам хочется позагорать, полежать хотя бы недельку на теплых пляжах Крыма, Краснодарского края, Сочи и так далее. Но вместе с тем, мне кажется, что экологический туризм, те возможности, которые предоставляют природные территории нашей страны, могут нам дать совершенно такой новый уникальный опыт путешествий, который, как мне кажется, особенно востребован после многомесячного сидения дома, карантина. Нам всем хочется гулять, дышать, вкусно есть, наслаждаться природой. И наша страна в этом смысле дает нам огромное количество возможностей. И вот мы в этом году впервые запускаем чартеры, которые очень комфортны, доступны по стране, в Калининградскую область. И это, кстати говоря, уникальное сочетание комфортного пляжного отдыха. Там, кстати говоря, два пляжа с голубым флагом. Это такая большая редкость для нас. И возможности экологических видов туризма, та же Пушкинская коса, объект ЮНЕСКО. Поэтому всех приглашаю. Калининград – это такая новинка этого сезона. Прям очень всех ждем, зовем, приглашаем. И что самое важное, очень комфортные цены. И уверена, что, надеюсь, что большое количество граждан нашей страны сможет комфортно, доступно и интересно провести свои отпуска в Калининградской области, сочетая пляжный отдых с возможностями экологического такого опыта и путешествий. Ну и, конечно же, Сергей Борисович упомянул Дальний Восток. Я вот буквально на днях сама проверяла, билет на Камчатку стоит туда-обратно на июль чуть больше 20 тысяч. При этом Камчатка дает уникальные возможности для экологического туризма, активных видов там, спорта, отдыха. И есть совершенно замечательные на Камчатке лагерь серферов. Я, честно говоря, сама мечтаю покататься на серфе по волнам Тихого океана на Камчатке. Но только в гидрокостюме, видно. Зарина, только в гидрокостюме. Вода все-таки холодная в Тихом океане. Вот. Ну и Большая Волга огромное количество возможностей дает. Алтай, Хакасия, Байкал, Русский Север, Карелия, Мурманская область. В общем, у нас помимо традиционного юга России, пляжного отдыха, есть огромное количество доступных, комфортных предложений на это лето. Поэтому всех ждем, зовем, приглашаем и надеемся, что мы все с вами замечательно проведем это лето в нашей прекрасной стране. Ну, а экологический туризм будем продолжать и дальше развивать. Все, спасибо всем большое. Спасибо большое, Зарина Валерьевна. Спасибо. Ну, мы все понимаем, да, что огромная страна, очень красивая страна у нас, обладающая просто невероятными местами. Вот лично был и в Крыму в заповеднике, ходил в походы, и мне повезло, я был в государственном морском заповеднике на Дальнем Востоке, куда с моря нельзя зайти, а с суши можно, и многие местные этим пользуются, сам это видел. Вопрос в том, мы все понимаем, как это нужно, что это нужно развивать. Вопрос, как развивать. И вот агентство стратегических инициатив с всероссийским конкурсом как раз, я так понимаю, решило серьезно, стратегически на этот вопрос попробовать ответить. Светлана Витальевна, пожалуйста. Еще раз всем добрый день. Ну, я хотела бы поблагодарить Сергея Борисовича, Зарину Валерьевну за поддержку нашей инициативы, потому что уверена, что только объединив ресурсы, как уже сказал Сергей Борисович, можно, знаете, не за один день, да, если вот ничего не было, и вдруг по мгновению волшебной палочки у нас появятся такие же цифры, как в Соединенных Штатах, как в Кении по экотуризму. Нет, это такая кропотливая, серьезная работа, стратегическая на несколько лет вперед. И вот этот конкурс тоже один из элементов, который может, ну, вот создать такой фундамент серьезного комплексного подхода территорий, федеральных ведомств, именно к комплексному развитию туристско-рекреационных кластеров, связанных с экотуризмом. Сергей Борисович уже сказал, и Зарина Валерьевна, про международные сопоставимые цифры. У нас действительно только 12% населения за последние три года посетили национальные парки и заповедники. И этому есть, ну, ряд объяснений, уже тоже об этом говорили. И дорогие пакетные решения,
в любом случае, там, для Дальнего Востока мы решили вопрос там, с субсидированием перелетов, но межрегиональные да, там, перевозки остаются таким вопросом открытым сегодня. И недостаточность таких пакетных решений, особенно в экотуризме. Мы все знаем, ну, вот «Золотое кольцо», да, такой туристический общеизвестный маршрут. А вот назвать в сфере экотуризма вот маршруты, ну вот я не назову, может быть, конечно, Сергей Борисович, более знающие люди скажут, но вот обычный обыватель, для него это просто даже отсутствие информации, в том числе и там в интернете. Безусловно, инфраструктура, транспортная инфраструктура, инфраструктура базовая, опять же, инфраструктура коммерческая и ряд там таких федеральных уже ограничений, которые не позволяли все это время серьезно подходить к этому вопросу. До сих пор национальные парки, заповедники, ну просто такие больше выполняют охранительную функцию, нежели направлены на привлечение туристов. И здесь Сергей Борисович тоже об этом очень правильно сказал, уже привел в пример такой негативный пример, да, практику так. Повышение туристического потока на озере Байкал. Здесь задача нашего проекта как раз показать, как можно привлекать, вот, программировать социокультурное проектирование по привлечению туристов с учетом антропогенной нагрузки на территорию. Потому что, безусловно, нужно подходить индивидуально каждому региону, каждому национальному парку, да, там, какое биоразнообразие, какая допустимая норма туристического потока, чтобы в первую очередь не навредить, безусловно, природе. И с чего все началось, как всегда, в агентстве стратегических инициатив, это с лидерского проекта. Проекта предпринимателя, который очень любит путешествовать, по нашей стране очень много путешествовать. И он пришел в агентство с проектом как раз строительства эко-отелей в национальных парках. Он говорит, я бы очень хотел, чтобы в нашей стране, ну, каждый житель нашей страны побывал в этих заповедных местах, имел возможность познакомиться с таким биоразнообразием, действительно, с природой нашей страны, чтобы наши дети знали нашу страну и вот эти заповедные места. У нас 11 объектов ЮНЕСКО природных территорий, Камчатские вулканы, Ленские столбы, ну, множество, да, уже тоже Сергей Борисович сказал, Кавказ, Алтай. Зарина Валерьевна вдохновила просто сейчас тоже выступление. Я думаю, что многие захотят сейчас, безусловно, это лето провести не на море, а действительно посмотреть, а что такое экотуризм, посмотреть вот эти заповедники. И когда, вы знаете, мы начали смотреть в рамках этого проекта, какие возможности, да, какие возможности дают нацпарки, какие правила для бизнеса по вхождению в национальные парки. Ведь уже об этом тоже сказали, мы ведем речь о некапитальном строительстве, то есть это должны быть временные сооружения, которые можно поставить, а потом через какое-то время, да, там что-то меняется, ситуация, то есть их можно убрать, либо переставить в другое место. Наша команда изучила международный опыт, международные практики работы тоже там с туристами, с инфраструктурой, какие условия для предпринимателей, какие такие базовые модели, пакеты национальные парки предлагают туристам. Мы, наша команда, вот Ольга Захарова, объездила не все, у нас 12 тысяч территорий, федерального, регионального, да, значения, но очень много регионов объездили, ребята знакомились с руководителями национальных парков, заповедников, смотрели, как они работают, да, какие проблемы, сложности, какой потенциал. И вот только после этого, наверное, вот, ну, прошлый год был весь годом подготовки, когда действительно мы понимали ограничения и в части законодательства, Зарина Валерьевна об этом сказала, которую мы вместе с Министерством экономического развития, с правительством Российской Федерации сейчас надеемся решить в рамках дорожной карты трансформации делового климата, что, безусловно, создаст возможности для предпринимателей. Ведь для нас история каждого предпринимателя, который к нам приходит,
понимание барьеров, с которыми он сталкивается при реализации проекта. Для нас это понимание возможностей для новых ниш и других участников. То есть, помогая одному, мы помогаем в целом сектору, отрасли и создаем какие-то новые возможности для предпринимателей и для региона в части дополнительных инвестиций. Мы создали 5 руководств вместе с Министерством природы в прошлом году. Это книжка для вдохновения как раз с международным опытом, с международными практиками. Это книга по социокультурному проектированию, как раз некие методические рекомендации, как национальным паркам привлекать туристов, опять же, с учетом антропогенной нагрузки. Это типовые базовые решения по инфраструктуре, как коммерческой, так и инфраструктуре базовой. Это практики и готовые финансовые модели для предпринимателей, которые хотят, которые интересуются экотуризмом и которые хотели бы вложить туда свои инвестиции. У нас уже сложилась сильная команда экспертов, единомышленников, которые готовы вместе с нами сегодня в долгую, вот действительно стратегически заниматься вопросом комплексного подхода и развития экотуризма в нашей стране и в наших субъектах Российской Федерации. Я очень благодарна еще раз Сергею Борисовичу за то, что он согласился возглавить всероссийский конкурс по отбору регионов по развитию экотуризма в России, потому что, безусловно, тоже его знания, опыт, компетенции, его возможности и ресурсы тоже обеспечивают, ну, такой серьезный подход на федеральном уровне к этой теме, к этой проблеме, к этой задаче. И, безусловно, партнеры в виде министерств профильных, там, Ростуризма, ну, кратно увеличивают возможности и успех этого проекта. Потому что мы на одной территории консолидируем усилия и возможности всех федеральных программ, региональных программ, возможности бизнеса, инвестора, что дает безусловный эффект как для государства, для развития малого и среднего бизнеса, и, безусловно, нельзя забывать о жителях, которые живут рядом с этими территориями, чтобы мы им не мешали, чтобы мы им ни в коем случае не навредили, а жители тоже получали от этого возможности в виде рабочих мест, в виде возможности тоже открывать малые и средние предприятия, семейные бизнесы. Такие практики у нас есть в нашей стране, их достаточно. И, конечно, наша задача, чтобы таких проектов у нас было больше. Мы планируем сегодня вот как раз старт открытия конкурса приема заявок от субъектов Российской Федерации, который продлится до 10 июля. В результате конкурса мы отберем 30 команд, 30 национальных парков, которые попадут в наш акселератор. И потом уже 10 проектов, 10 команд, на территории которых будет именно реализован комплексный подход по развитию экотуризма. Ну и более подробно, конечно, Оля Захарова сейчас расскажет о конкурсе. Да, спасибо большое, Светлана Витальевна. Тут нужно еще один момент отметить, что этот конкурс, он вообще абсолютно соответствует тем задачам, которые сформулированы в национальном проекте «Экология», да, и в стратегии развития туризма в Российской Федерации до 2035 года. Такой важный момент. Вы знаете, очень много вопросов от коллег, они присылают. У нас время ограничено, на все не ответим. Я сейчас чуть-чуть, Ольга Викторовна, мы не переходим к вопросам. Я сейчас просто короткий Сергею Борисовичу задам, как руководителю конкурсной комиссии, председателю комиссию. Вам такой вопрос, Сергей Борисович. Каким, ну, сформулируйте, пожалуйста, какое-то главное, основное требование, принципиальное, каким вы будете руководствоваться при работе конкурсной комиссии? Ну, такие критерии уже выработаны и их готовы сейчас будут огласить, но я могу... Вот ваше личное... Личное мое мнение. Шансы победить будут не у тех, у кого самые красивые природные территории, а у тех, кто соединит экономику, где произойдет синергия, где будет понятно, кто будет строить, где будет строить, что будет строить, не нарушая никаких экологических стандартов. Мы, слава Богу, свои особо охраняемые природные территории сохранили. Они есть, они красивые. Туда трудно добраться, туда трудно получить доступ. По причинам, о которых уже сегодня говорилось, я повторяться не буду. Но если там сделать, будут, ну, как вам сказать, инициаторы строительства, это должен быть частный бизнес в основном, и региональный бизнес. Маленький аэропорт
не асфальтированные дороги по нацпаркам не федеральное правительство будет строить, а будет строить либо региональная власть, либо частник, который заинтересован в развитии всего комплекса, чтобы потом получать прибыль. А еще одно из критериев обязательных, и прошу ОСЕ это очень жестко учитывать, это утилизация мусора и вообще любых отходов в национальном парке. Если не будет предложена самая современная, безопасная система утилизации отходов, то такой претендент шансов на победу иметь не будет. Это я прямо сейчас вслух гарантирую. Потому что тогда мы нанесем ущерб экологии, чего делать категорически нельзя. Экологические тропы, о которых сегодня говорилось, их почти нет, но они появляются. Не хочу хвастаться, но вы знаете, я занимаюсь защитой дальневосточного леопарда от полного вымирания. И там дела идут неплохо, но помимо этого мы в нацпарке сделали экологические тропы. Туристы, следующие во Владивосток из Китая, очень часто останавливаются уже в национальном парке. Мы построили там визит-центр. Они идут по экологическим тропам, настоящим. Шаг вправо, шаг влево, расстрел на месте, потому что там дикая природа. Шаг вправо, шаг влево, съедение леопарда. Да, да, там может и леопард, да, или тигр, которых все больше да. У нас в парке земля леопарда. Вот. Такие вещи надо строить, и они пользуются популярностью, самое главное. Вот экологические тропы в нацпарке земля леопарда, я честно скажу, больше посещают китайцы по дороге в Владивосток и из Владивостока, чем россияне. Ну, кстати, есть тоже вопрос про привлечение иностранцев. Давайте его потом, да, да. Озвучим, Сергей Борисович. Да. И еще одно, о чем Зарина Валерьевна кратко сказала, важный критерий – это информированность и реклама. Реклама в хорошем смысле этого слова не такая навязчивая, как на федеральных каналах что-нибудь купить или какое-нибудь чудо-лекарство съесть, и сразу все болечки пройдут. А реклама с точки зрения доведения до зрителей информации о том, что у нас есть и куда уже можно ехать и на каких условиях, и что вас там ждет. Вот у нас, спасибо ВГТРК, появились в последние годы тематические каналы. «Живая планета», второй канал о географических путешествиях, в основном о России, «Моя планета». Вот там уже есть специальные фильмы о наших заповедниках и особо охраняемых природных территориях. Это и есть реклама в хорошем смысле этого слова. Как я люблю говорить, без publicity нет prosperity. Спасибо большое. Вот основные критерии, которыми будет руководствоваться конкурсная комиссия, озвучен нам Сергей Борисович Иванов, председатель этой комиссии, а сейчас Ольга Викторовна Захарова вообще представит формат конкурса, правила конкурса, как все это будет работать, цели, механизм и, я так понимаю, желаемые результаты. Ольга Викторовна, пожалуйста. Здравствуйте. Я уже сказала, что в 2019 году наблюдательным советом агентства была согласована инициатива по развитию экологического туризма. И Степан Натальевна встретилась с Минприродой Дмитрием Николаевичем Кабрухиным и договорились о развитии туризма. Но оказалось, на самом деле, не так это просто. Ольга Викторовна, извините, ради бога, очень плохой звук от вас почему-то сейчас идет. Какие-то проблемы технические со связью. Если... У меня нет... Нет. Может быть, вам подробно. Фокус, да? Тогда у вас... Звука нет практически, Ольга Викторовна. То есть он просто исчезает. Светлана Витальевна, может быть, мы подхватим? Давайте, да, я кратко тогда, может быть, сейчас наладят коллеги звук. Я уже сказала по срокам. То есть сегодня старт приема заявок от регионов, который продлится до 10 июля. Еще раз, мы отберем 30 команд, 30 регионов на программу акселерации, где как раз по критериям, которые уже тоже Сергей Борисович обозначил, это и команда, это и экономически обоснованная финансовая модель проекта, это и понимание, как привлекать турпоток, просчитанная антропогенная нагрузка,
Очень важный критерий как раз утилизации отходов в национальном парке-заповеднике. Это тоже одно из методических руководств, которое мы прям отдельно по этой тематике в прошлом году издали. Оно в открытом доступе находится и могут пользоваться уже и применять все руководители заповедников. И очень важно тоже понимание, вот синергия как раз программ, вот о чем тоже уже коллеги говорили, когда идет софинансирование условно из национального проекта «Экология», да, по линии Министерства природных ресурсов, которые могут обеспечивать инфраструктуру в национальном парке. Это регион, который обеспечивает подъездные дороги, там, нормальный аэропорт, да, какую-то вот такую же базовую вокруг инфраструктуру. И инвестор-предприниматель, который может строить визит-центры, экотропы, экоотели, некапитальное строительство, решения по проведению досуга, отдыха, кафе, рестораны, которые могут находиться рядом уже с ОПТ. Из этих проектов регионов уже потом будет отбираться 10, на которых будут реализованы уже комплексная модель проекта. Все, извините, все 10 это победители будут считаться? 10 победителей, которые, да, будут иметь возможность привлечь софинансирование с федеральных программ, привлечь уже инвесторов под свои проекты и уже начать этап реализации в конце этого года. Я думаю, что в следующем году мы сможем уже посмотреть готовые решения на вот как бы нескольких территориях, где будет реализован вот этот комплексный подход к развитию экотуризма. Вот в самом начале был слайд у Сергея Борисовича по поводу того, какое у нас количество государственных природных заповедников, национальных парков, да, и заказников. Вот сейчас в конкурсе будут участвовать только национальные парки или нет? Или регион решает, какая природоохранная территория включается, что называется, в конкурс? Борисович сказал, что здесь нет ограничений как федеральных, так и региональных. Да, Оль, сейчас да, слышно. Да, слышно, Ольга Викторовна, да. Слышно, да. Давайте я здесь немножко как бы поясню. Если мне прекрасно слышно, позвольте мне вступить. И я, Светлана Витальевна, уже рассказала о том, как у нас будет построен конкурс. Организатором конкурса является агентство стратегических инициатив, конкурсная комиссия у нас есть и экспертная группа. То есть у нас такая двойная степень экспертизы. Участниками конкурса становятся междисциплинарные региональные команды, принимают участие от органов государственной власти, от региона, представители по экономике и представители по природоохранной деятельности. Также представители от органов муниципальной власти. И четвертый представитель – это директор особо охраняемой природной территории, вокруг которой как раз и будет все разворачиваться, все действие. Дополнительный балл будут получать те территории, которые смогут вовлечь в свою команду уже представители малого и среднего предпринимательства. Как видите, у нас большое количество партнеров, и участие в конкурсе к основным участникам могут примкнуть и другие, как бы и жители регионов, и профессиональные сообщества. Чем больше, тем лучше, потому что это наше совместное действие. Как будет дальше проходить конкурс и акселерационная программа? На подготовительном модуле команды должны будут выполнить конкурсное задание. Вот это конкурсное задание, оно описано уже вот в такой вот брошюре, пошаговая инструкция, в которой очень подробно, понятно указано, что необходимо делать. На первом этапе конкурсная комиссия выберет из большого количества команд только 30, топ-30 территорий, которые отправятся на специальную акселерационную программу. В рамках этой акселерационной программы они будут строить финансовые модели, социально-экономические эффекты измерять, они будут делать экспресс-анализ территории. Это действительно очень серьезная, большая работа, когда мы рассматриваем не просто особо охраняемую природную территорию, а рассматриваем кластер, то есть включая прилегающую территорию, потому что наша задача – интегрировать природные территории в экономику регионов. На сегодняшний день природные территории, к сожалению, являются дотационными, потому что не выстроена вот эта вот правильная модель, которая позволяет получать и эфир для региона, мультипликативный, и радуются жители, и потому что получают рабочие места, и туристы. На втором этапе из 30 территорий будет выбран топ-10 территорий, которые и станут теми самыми пилотными территориями по развитию экологического туризма.
На всем протяжении у нас будет большая работать краудсорсинговая платформа, которая позволит вовлечь жителей, позволит делать экспертное рейтингование, голосование и так далее. Конкурс стартует, как уже сказала Светлана Витальевна, сегодня, 16 июня, и буквально в момент нашей конференции, пресс-конференции, начинает работать сайт природа.лайф, на котором вы сможете увидеть все материалы и ознакомиться с ними подробно. Первый этап продлится до 28 июля. Именно 28 июля заседание конкурсной комиссии выберет этот топ-30. Однако мы просим подать команды заявки 10 июля, потому что нам необходимо будет полностью все их обработать. Это серьезная работа. И второй этап будет 16 октября. Объявлен топ-10 территорий, которые как раз и станут пилотными. Вот это руководство на экране вы видите. Значит, теперь переходим к критериям, потому что, конечно, это вызывает больше всего интерес. Критерии. На первом этапе мы будем смотреть наличие на территории уникальных объектов показа. На второй критерий – это принципиальное наличие привлекательности территории для инвестора. Я бы хотела еще раз обратить внимание. Мы не строим очередной парк в городской среде, мы не создаем сквер. Эти территории очень хрупкие, и с ними нужно очень аккуратно обращаться. Именно поэтому мы создаем концепцию не просто природных территорий, мы создаем концепцию и мастер-план туристско-рекреационного кластера, в который интегрирована особо охраняемая природная территория. Поэтому принципиальное наличие вот таких территорий для инвесторов вокруг особо охраняемой территории. Оригинальность и обоснованность – ключевой идея. И четвертое – сбалансированность и опыт команды. На втором этапе, который, может быть, сейчас покажется неважным, но я бы хотела обратить внимание команд, что задача предстоит непростая, потому что нашей задачей не стоит сделать документа в виде бумаги и положить его в архив. Эти территории впоследствии действительно будут реализовывать комплексные решения, которые будут разработаны совместно с инвесторами, совместно с жителями регионов. Поэтому обоснованность модели функционирования территории, соответствие проекта экологической емкости, о чем говорил как раз Сергей Борисович, и оценка социально-экономического эффекта для регионов будут иметь существенные условия. По мотивации команд. На сегодняшний день основная мотивация – это акселерация участников конкурса. Это участие в специальной акселерационной программе, в рамках которой будет создан комплексный продукт, готовый к последующей реализации. Это возможность привлечения инвесторов, реальных инвесторов, которые готовы инвестировать и развивать эти природные территории. Нам не нужно создать лоскутное одеяло среди предпринимателей, которые разбросаны по всей России, и, к сожалению, никакого эффекта от этого никто не получает. Ни жители, ни бизнес не видят туристического потока, ни регион как бы не видит никакого продвижения. Поэтому, как правильно сказала Светлана Витальевна, это база, это фундамент, вот такой вот мастер-план. Поэтому у каждой команды будет личный ментор, который проведет, покажет, научит. Наша задача, опять же, не сделать так, чтобы команды привлекли архитектурно-проектировочное бюро, которое за них все сделали. Так не работает. Работает, когда ты сам понимаешь, что ты делаешь, зачем ты делаешь, где ты делаешь, какой эффект от этого получит и кто. Как турист, как регион, как жители. Поэтому нужно учиться делать самим. Нужно держать эту удочку в руках и уметь самим ловить свою собственную рыбу. Потенциал у территории у всех одинаковый, шансы у всех одинаковые. Важно просто начать это делать. Мы благодарим за поддержку министерства профильные, и отдельно мы с ними уже как бы подпишем соглашение в рамках взаимодействия по поддержке тех 30 сначала, а дальше на самом деле даже 10 территорий, которые мы получим в конце. По результатам... Ольга Викторовна, я заканчиваю, да. Я сразу, да, у меня сразу, давайте вот дальше вопрос. Вопрос от журналиста, прям конкретно в продолжении вашего выступления. Какие возможности получат победители? Вот такой простой вопрос. Ну, с одной стороны, победители, как мы говорили, что это управленческие региональные команды, они получат, они повысят свои компетенции в области создания и развития туристско-рекреационных кластеров. С другой стороны, эти территории станут
пилотными для внедрения комплексных решений, когда есть и дорога, когда есть там, где жить, когда есть что смотреть. А по именно и базовой инфраструктуры, и коммерческая полностью сделаны. Нам нужны образцовые территории, на которые можно равняться. Они получат широкое медийное освещение. Также они получат привлечение реальных инвесторов для создания своих проектов. Поэтому в первую очередь, конечно, можно надеяться на государство и ждать поддержки. Но она придет, но порой мы сами не можем выразить, что же мы конкретно хотим. Программа государства – великое множество. Поэтому здесь стоит задача именно научиться работать с инвесторами и создавать мастер-планы, обоснованные экономически. Спасибо большое. Да, давайте теперь к вопросам перейдем. У нас мало времени, поэтому я не все успею задать, естественно, коллеги, прошу меня простить. Вопросы от России-24, Сергей Иванов. Сергей Борисович, вот как раз тему чуть-чуть вы уже затронули, я обещал к ней вернуться. Перспектива российского экотуризма с точки зрения привлекательности для иностранцев. Вот вы уже говорили про китайцев, которые останавливаются на экологических тропах. На ваш взгляд, все-таки, как это все, как можно это развить, еще это направление? И нужно ли ориентироваться на иностранцев в первую очередь или все-таки на российского туриста? Ну, в первую очередь, надо ориентироваться, на мой взгляд, на российского туриста. Но пренебрегать возможностью, так сказать, экспорта этой услуги, я так ее назову условно, услуги, не стоит. И этому есть масса примеров. Вот тот же Байкал, там, если брать количество, там миллионы посещают Байкал, в первую очередь Южный Байкал, и с иркутской стороны, и с бурятской стороны. Там примерно, на мой взгляд, пополам. Половина россиян, половина китайцев из Монголии активно поехали на Байкал. Но там, как я говорил, совершенно нет пригодной инфраструктуры для такого количества посещаемых. Есть другие примеры. Я на Камчатке встречал иностранцев, одиночек. На Южно-Курильском озере, где можно наблюдать летом за жизнедеятельностью, ну, примерно 500 медведей с медвежатами. Наблюдать с расстояния 10 метров. Они спокойны в это время. Но только если на медвежат там косо не смотреть, тут мама вступится, конечно. Они в это время сытые. В Южно-Курильское озеро заходят около 5 миллионов лососей на нерест. Чистейшая вода в озере. Мелкая. Ну и медведи там, естественно, вы понимаете, резвятся. И смотреть на то, как они уже объевшись, все-таки цепляют очередного лосося, чтобы либо откусить ему только голову, потому что там белок, либо располосовать брюхо и съесть только икру, а остальное выбросить. Интересно, я вам скажу. Так вот, я там встречал иностранцев, которые платят, мне страшно сказать, какие деньги, десятки тысяч долларов за то, чтобы пожить в палатке, посмотреть на уникальную природную красоту. Напомню, что камчатский медведь самый крупный в мире. По простым причинам. Даже больше гризли, да, он получается? Гораздо больше гризли, там не сравнить. Потому что камчатский медведь питается, дай бог, каждому. Благородная рыба чистейшая и ягода, брусника. Как говорят в народе, чтобы мы так жили. Вот. Поэтому он и здоровый. Вот. Очень любят отбирать ведра ягоды у собирателей людей, которые там... Ну, в общем, понимаете, о Камчатке можно говорить бесконечно. Вот Зарина говорила тоже и о серфинге, там источники воды. Советские космонавты ездили на реабилитацию после полета на Камчатку. Там уникальные источники, такие термические, которые позволяют опорно-двигательный аппарат восстанавливать моментально. Вот. Ну, я не буду дальше рекламировать Камчатку, но иностранцы едут, те, кто знает, понимает, и, конечно, кто богатый. Но мы должны делать все, чтобы хотя бы средний класс, ну, скажем так, из западных стран, из восточных стран, Японии, Китая, Кореи, приезжали на наши экологически привлекательные места и любовались нашей природой. Между прочим, вообще-то такой туризм
это один из элементов, на мой взгляд, так называемой мягкой силы. Да, и этот продукт, конечно, нужно рекламировать. Вот вдогонку вопрос тоже. Планируется ли в будущем упрощение процедуры выдачи виз иностранным туристам? Но я так понимаю, вот если они едут в экотуризм. У нас для общего... Я считаю, что здесь разделять общий туризм и экотуризм нельзя ни в коем случае. В мировой экономике, я уже говорил, экотуризм в день приносит $1 миллиард. Но экотуризм – это только 25% общего мирового туризма. Значит, общий мировой туризм приносит минимум $4 миллиарда в день. Умножьте на 365, и тогда вы поймете, о какой экономике мы говорим. Мы делаем уже, предпринимаем очень серьезные шаги по обеспечению либо безвизового туризма для многих стран, либо, что мы ввели в числе первых в мире, так называемые электронные визы. И они уже и на Дальнем Востоке, и в Калининградской области работают и способствуют привлечению иностранного туризма. Вот у Калининградской области, кстати, на мой взгляд, не просто потенциал есть, о котором уже говорилось, сочетание пляжного отдыха с экологическим. Там уже много гостиниц сделано, хороших, современных, которые позволяют, ну, буквально на 10 километров на автобусе или на машине отъехать, и вы на Куршской косе, на уникально так называемый пьяный лес можете посмотреть, где сосны все из-за ветра согнулись. Там, кстати, на Куршской косе снимался знаменитый этот фильм про Среднюю Азию, так вот вылетел из головы. Вот память. А? Да, «Белое солнце пустыни», спасибо. «Белое солнце пустыни» снимался в Калининградской области, потому что там песчаные дюны, которые двигаются, уникальное место. Вот там, на мой взгляд, очень хороший потенциал уже с приоритетом на реализацию. И туда все больше и больше едут. И я тоже призываю россиян больше отдыхать на Балтийском побережье, там не в Латвии, а в Калининграде, где, на мой взгляд, даже лучше. Все условия там созданы, и климат хороший, и лететь недалеко, и билет дешевый, там все хорошо. Вопрос от «Российской газеты». Вопрос Зарине Дагузовой, но мне кажется, это не только Зарина Валерьевна, к вам. Сейчас могут ли нацпарки принимать гостей, принимать туристов? Роспотребнадзор запрещает работать средством размещения с общим туалетом, а в нацпарках на турбазах зачастую именно такие средства размещения. Работают ли кемпинги в нацпарках? Зарина Валерьевна. Да, на самом деле в большинстве регионов, да, могут, но при этом ситуация, она индивидуальная, как бы от региона к региону она меняется. Поэтому перед тем, как отправиться, лучше пока на этом этапе уточнять. Но в целом могут. Но если, как вы сказали, речь идет об общем туалете, то пока нет, они не открываются. Дальше вопрос про капитальное и некапитальное строительство. Но уже прозвучало у нас на пресс-конференции, что речь идет о некапитальном строительстве. Поэтому сразу вот такой от Истраша вопрос Леонид Агафонов к Ольге Захаровой. Как вы оцениваете шансы дальневосточных и арктических особо охраняемых природных территорий? Туристов там меньше, всякая деятельность сильно дороже. Будут ли сделаны поправки в условиях конкурса, исходя из реалий доступности и ограниченности возможностей? Мне кажется, здесь правильнее ответить Леониду то, что я думаю. Я считаю, что шансы, как я и говорила, у всех территорий равны. И неправильно смотреть и мерить все федеральными округами. Нужно смотреть на каждую территорию в отдельности, потому что у каждой территории высокий потенциал для развития. И это вопрос упаковки и вопрос продвижения. Поэтому не надо никаких послаблений делать никому, потому что все должны быть в равных условиях, и для этого нет даже никакой причины. Вопрос от «России сегодня». Мария Алпатова, Зарина Валерьевна, вам его адресует, коллега. Планируется ли сотрудничество с китайскими коллегами в области экотуризма? Планируется ли привлечение китайских туристов и подготовка специалистов со знанием языка? Я уж не знаю, насколько нужно сейчас привлекать китайских туристов, потому что они, по-моему, так привлечены в огромной степени, да? Но тем не менее.
Вопрос вызывает вопрос, я бы сказала. Нет, мы готовы к сотрудничеству со всеми странами, открытыми к диалогу. У меня прекрасный контакт налаженный с моим китайским коллегой, господином Лушукапом, и с другими моими зарубежными коллегами. Экотуризм, честно скажу, мы с китайцами пока не обсуждали, но если будут такие инициативы со стороны, то мы готовы. Ну, я, кстати, дополню Зарину Валерьевну. Я хочу, кстати, поблагодарить директоров национальных парков, которые профессиональное погружение меня сделали лично в этот хрупкий мир природы, сделали разъяснения по нюансам природоохранной деятельности и поделились тем бесценным опытом, который они имеют. Как раз Петр Шпиленок на Камчатке, Крановский заповедник, у них есть все правила работы с китайскими туристами, и мне кажется, этот опыт может быть просто тиражирован. И вы знаете, вот за последний вопрос, я понимаю, что, скорее всего, я даже знаю ответ, но, вы знаете, мне кажется очень важным уточнить. Вопрос звучит так. Смогут ли участвовать в конкурсе компании, организующие морские экспедиции с элементами экологического наблюдения за морскими животными, контроля за браконьерами, контроля за состоянием морского побережья? Вот давайте уточним, что, наверное, не могут. Да, Светлана Витальевна, озвучите, разрешите, пожалуйста. Разрешите, Ольга, на самом деле прокомментирую. Они могут в составе междисциплинарной региональной команды. Как я сказала, 4 человека обязательное участие, и все остальные как бы могут участвовать, и жители регионов, и компании, и малые и средние предприниматели, которые создают инфраструктуру. Поэтому, как бы, пожалуйста, присоединяйтесь к команде, и вы сделаете большое добавление, очень важные и ценные вещи, которые будут способствовать развитию этой территории, этого туристического рекреационного кластера. Ольга Викторовна, а такой сразу вопрос, а как найти эту команду? Будет какая-то информация? Команда формирует регион, заявку как раз присылает нам регион, и регион формирует эту команду. Для этого нужно просто подать заявку, или звонок сделать, либо территорию ОПТ, вокруг которой начинает формироваться все, либо в регион департаменту природы. Я могу добавить, я тоже считаю, что морские территории могут участвовать в конкурсе, взять тот же Дальний Восток, например, Камчатку. Выйти днем в море, посмотреть на касаток или на китов, милое дело. Вернуться и там какие-то пешие маршруты. В том же Кроноцком, например, заповеднике мне хорошо известном, где я бывал, и Шпиленка знаю. Вот. Часть проекта может быть морская. Сегодня вот упоминалась Австралия, да, и ее доходы, Зарина говорила. Во многом это из-за именно моря. Коралловые рифы знаменитые, большой барьер. Миллионы едут посмотреть, чтобы, ну, дайвинг или даже в маске с трубкой поплавать, посмотреть богатейший животный морской мир. Это же тоже экология. Это тоже экология. И в южных морях это процветает. Можно и у нас, Приморье, например. Август-сентябрь, теплая вода в районе даже острова Русский. Там и крабы, и южнее, там потрясающе. Да, вот. Там очень красиво. Я там видел пляжи, которые с кубинскими. Даже мне показалось, превосходит кубинский. Я, правда, на Кубе не был, но я уверен, что превосходит. Да. Вот. И еще раз повторяю, инициатива, неважно, морской это сухопутный заповедник, все равно должна быть от регионов, прежде всего. Они сами должны привлечь управленческие команды, о которых правильно сегодня было сказано, сильные, местные. Или, может быть, даже и федеральные. Есть частные структуры, которые заинтересованы. Вот, в Сочи горные курорты построены, фактически управляются частным бизнесом. Камчатка сейчас вошла в зону внимания крупного частного бизнеса. Горнолыжные курорты, места отдыха. Вот. Это все нормально. Но инициатива должна быть от региональных команд и ни от кого больше. Правильно было сказано про удочку, которую надо научиться самим рыбу ловить. Потому что выигрыши будут регионы. Это огромный дополнительный доход. У нас в России большинство регионов дотационные. И если они грамотно, располагая огромным природным потенциалом, используют эту возможность и вообще будут развивать туризм как таковой, не только экологически, они могут из дотационного региона превратиться в регион-донор. Вот сегодня упоминалась Кения, 60% национального бюджета
формируется туризмом. 60, больше половины. Там ни нефти, ни газа, ничего нет, кроме природы. И это используется. 60%. Если у нас регионы, такие как Камчатка, например, там Бурятия, Иркутская область, Хакасия, начнут, запустят этот механизм, то они действительно могут из дотационного превратиться в донорский. Только на туризме. И взять ту же Карелию, про которую вы говорили в начале. Да. Карелия то же самое. Спасибо большое. Сергей Валерьевич, а можно я дополню как бы вас и просто скажу, что мы, наверное, облегчим путь тем, кто хочет участвовать и присоединиться к межрегиональным командам. Мы на нашем сайте природа.life как раз сделаем отдельный раздел, и каждый, кто хочет поучаствовать и присоединиться к какой-то команде, мы сможем перенаправить и соединить всех, потому что не всегда вот эти формальные пути отправления писем каких-то официальных работает. Поэтому самое простое – это живое общение и очень мобильный способ доступности до того, что ты хочешь. Поэтому сделаем на сайте вкладку и всех снавигируем. Отлично. Спасибо большое. Я, на самом деле, ожидал такого ответа, задавая этот вопрос. Мне кажется, что все-таки нужен какой-то единый информационный центр, который будет помогать, потому что порой... Ну, к сожалению, мы так у нас устроены. Через Москву почему-то дотянуться порой легче, хотя должно быть все наоборот. Будем менять это. Спасибо большое. Я благодарю Сергея Борисовича Иванова, Светлану Витальевну Чупшеву, Зарину Валерьевну Дагузову и Ольгу Викторовну Захарову за участие в сегодняшней пресс-конференции. И благодарю за запуск такого важного, очень важного проекта. Благодарю. Спасибо. Спасибо.